И всем здорово, с вами Марбрик. Мое долгое отсутствие можно оправдать за тем, что мой аккаунт был заблокирован, о чем подробнее можно узнать на моем втором канале. Ну так вот, в сегодняшнем видеоролике я попытаюсь выбить легендарный скин ножницы в игре Geometry Dash. Выбивается он только из сундуков за 5 кристаллов. Конечно, это будет довольно-таки сложно, но сегодня мы нафармим последние ключики, которые мне нужны, и я попытаюсь все-таки выбить этот скин. Надеюсь, у меня все получится. Ну что ж, всем привет! Начинаем мы с вида на такой хорошенький аккаунт. Добавляйтесь в друзья, если хотите. Аккаунт Marbrick23. Ну так вот, сейчас я буду заниматься тем, что буду фармить ключики на уровне. Надеюсь, у меня это выйдет. К сожалению, у меня такое ощущение, будто у меня какой-то странный баг. Поскольку я не знаю, в чем проблема, но ключики мне просто не выпадают. Они потом через время у меня появляются. Поэтому я буду проходить уровни, а потом следить, как вот эти вот два ключика превратятся в 5. Ладно, удачного просмотра. Надеюсь, вам понравится. А сейчас будет нарезка из моих смертей. Ну что, я накопил ключи, и теперь мы будем выбивать легендарный скин ножницы с помощью бага. Баг заключается в том, что если резко выйти из игры, то тогда ваш прогресс не сохранится. Леон! Что? Леон! Что? Леон! Из бигбокса Леон на последнем жизнь! Леон! Да ладно, шучу. В любом случае, мне наконец-то выпал этот скин на ножницы, и я буду теперь использовать его в своей колоде. Поэтому, если вы хотите на них посмотреть, то можете зайти на мой аккаунт или выбить самим. Что ж, на этом все, друзья. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока!